Так, друзья, всем привет! Очередное видео про смеситель для душевого поддона. Как вы помните, он у нас зеленого цвета. Я его показывал вам в прошлом видео. И сегодня я буду его монтировать в стену. Но перед этим нам нужно было вот таким вот образом расковырять всю стену. У нас здесь газоблок. Это удобно. Мы его хорошенько раскрошили. И, в общем, вот такая вот у нас тут ахинея получилась. Повороты, завороты и углубления. Также вон штроба наверх для тропического душа. Так, здесь у нас, в общем, горячая вода с этой стороны, холодная вода с этой стороны. Это делал предыдущий мастер, который вот так вот расположил эти трубы. И теперь вот это все мне нужно связать. И вот этот смеситель установить на место. Вот эти вот крепления. Это вот крепления идут в комплекте. Такие вот планочки, за счет которых смеситель также будет держаться на стене. Все это я отдельно еще проштробил. Вот здесь вот небольшое углубление, буквально 3-2 мм, чтобы металлическая конструкция была вровень со стеной здесь и вот здесь. И теперь будем монтировать сюда. Вот такая вот фантазийная сборка у нас получилась. Подводка воды и выход на тропический душ. Теперь вот этот агрегат нужно смонтировать в стену. Там уже все заранее заготовлено, поэтому все быстро должно пройти у нас. А теперь представьте, вот эта вот штучка у нас аккуратно вставляется в свой пазл. Чуть-чуть мешает труба. Хоп-хоп-хоп. Ну, примерно вот как-то так. Хоп-хоп. И все. Вот таким вот образом мы смонтировали смеситель. Теперь надо подключить холодную воду. Подключить горячую воду и доделать вывод на тропический душ. А потом мы будем вот так только делать вывод на лейку. Здесь у нас регулировка. Здесь у нас регулирование подачи воды. Вот такой, в общем, у нас смеситель получился. Сейчас спаяю и покажу, как выглядеть будет у нас после полного монтажа труб. Итак, очередной раз проверяем уровень. У нас горизонтальный уровень идеальный. Зафиксировали смеситель с помощью вот таких вот кронштейнов. Они идут в комплекте. Обвязали всю систему. Здесь у нас горячая вода, здесь у нас холодная вода заходит сверху. Вот тут вот написано холодная, а вот здесь вот снизу написано вот горячая. Так, кран закрыли, еще раз проверили, открыть, закрыть. Это для того, что мы сейчас дадим воду, и у нас ниоткуда не побежало. Так, также сейчас все это пропылесосим, запеним и оставим его до завтра. Пускай схватится. Ну, а завтра подмажем уже более капитально, детально и закончим. Монтаж системы смесителя, встраиваемого в душевой кабине, будет завершен. Ну, в общем, ребята, вот как-то так. Смонтировал я смеситель для душевой кабины на свое место. Далее у нас идет жесткая фиксация. И будем уже продолжать работу по душевому поддону. Здесь будет уклон к трапу. Далее будет делаться гидроизоляция. И обо всем этом я буду делать отдельные ролики, которые буду публиковать на канале Перестройка 116. Также заходите в Дзен. Он называется аналогично Перестройка 116. Там тоже есть небольшие зарисовки, короткие видео про то, что я делаю. Ну и то же самое можно сказать. Ну и небольшие отрывки
с канала. Пока у меня все. Всем спасибо за внимание и до встречи на новых видео. С вами был, как всегда, Ленар Гарипов. Всем пока-пока!